Андрюх, собрали приличные подарки для наших ветеранов. Количество 32 штука. Цветочки по дороге постараемся найти. Все, сейчас выезжаем. Все будет хорошо. Он заболел с легкими. Комиссовали. Приехал до дома в 45-м. Предложили операцию. Отказался и умер через 6 месяцев. А я дитя войны, 42-й год. Поэтому мы у вас. Спасибо большое, не забываете о нас. От фонда Андрея Лысенко вам небольшой подарок в этот праздник. Спасибо большое вам. Фонд называется «По добру», пакет тяжелый. Ну, поставьте. С праздником вас. Спасибо большое. Спасибо вам большое. И вас тоже с праздником. С праздником. Спасибо, милые, что не забываете нас. Вам спасибо большое. Дай Бог, чтобы быстрее все закончилось. Обещаем, закончим максимально быстро. Да дай Бог, чтобы это было. Уже молюсь за всех и за все. Чтобы быстрее мир наступил. Чтобы вам было счастье и здоровье. А спасибо. То как жить при такой обстановке ужасной? Спасибо. Жалко молодежь. Здравствуйте. Очень рада. Мы приехали вас поздравить с праздником от гуманитарного фонда Андрея Лысенко «Быть добрым». С праздником вас, Великого Дня Победы. А я плачу, там шаман поет. Вам небольшой подарок от нас. Ой, спасибо, откуда вы меня знаете? Возьмите, пожалуйста. Он тяжелый, давайте я поставлю. Спасибо. Сынок, подойди, дай тебе. Спасибо. С праздником вас. Спасибо. И вас всех с праздником. Дай Бог здоровья. Спасибо большое. От фонда Андрея Лысенко «Быть добру» небольшой подарок вам привезли. Куда его поставить? Давайте сюда. Здоровья вам, здоровья. Вам здоровья. Спасибо вам большое за все. Какое здоровье уж. Здоровье так. Что вы хотите, дорогие хлопцы? 95 лет уже надо запомнить это здоровье все. Отдыхать. Здоровье. Выжить надо эту жизнь. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Мы будем вас отвлекать. Спасибо большое. С праздником вас. С праздником. С праздником. Мы от фонда Андрея Лысенко «Быть добру». Приехали поздравить вас с великим праздником, Днем Победы. Спасибо. Привезли вам небольшой подарок. Спасибо. С праздником вас. Всего вам хорошего. Здоровья. Спасибо. Мы про вас не забываем. Куда поставить сумочку? Что-то мне надо так же. Да мы их, чтобы не вымазать. Не нет, ковров, проходите. Все равно, зачем? Нет, нет, не надо. О, все, это неудобно. Вот, кстати, я еще хочу вам сказать. Вы меня с Пасхой поздравили. Я даже написала, составила уже, написала в редакцию, но никак не могу попасть. Больная, нога болит, не могу идти. И еще к тому же глухая, 100% глухая. Но у меня есть аппарат, поэтому я с аппаратом могу общаться. Mm-hmm. Вот. А так ничего не слышу. И знаете, так ко мне плохо все отнеслись в Мариуполе. Ужасно, когда я вернулась, нас ограбили этим, ну, как враги сказали, грабители. Мы бежали отсюда в Бахтарму, да. Это где Мангуш, угу. Район там. Вот. И к нам пожаловали бандиты и забрали все документы, а квартиры, все деньги, вещи ценные. В общем, полностью ограбили. И получилось так, что сына не было, он увез дочку. Вот. И я одна была, и невестка. Ну, невестку прямо стреляли вот так из пистолета, а автоматом пробивали двери, где не было, представляете, где замкнуто было, mm-hmm. Ключей не было. Я растерялась, я ничего найти не могла. Хорошо, еще там один человек пришел был, и невестка, нас трое было дома. Ну и они все позабирали, что у нас было. Стояла машина,
это сына, рабочий, угу. С работы его он оформленная на работе была здесь, он здесь работал, Мариуполь. Забрали эту машину, ну все, телефоны, все забрали. И потом мне следственные органы запретили выходить, потому что я их видела, была свидетелем, всех в лицо, 8 человек их было. И я их всех это, в лицо помнила. И я сидела там 4 месяца, не выходя. Ну, мне помогали, у меня тогда ни пенсии, ничего не было. Ну, короче говоря, они забрали пенсионные мои, эту украинскую mm-hmm. пенсию. И получилось так, что симка осталась у меня, а карточка оказалась в Одессе. Mm-hmm. И в Одессе все сняли. И мне пенсию, и здесь мне пенсию не дали эту, потому что, говорит, у вас снято в Одессе. Я говорю, вы чем одеться? А они, видать, уехали в Одессу, эти грабители. Не знаю, как получилось. Ну, короче говоря, украинскую ДНРовскую пенсию я получаю 10 тысяч. Больше ничего не получаю, и только вот вы, волонтеры, мне немного помогли. Ой, не буду плакать. Потому что я так расчувствовалась и так вас расхвалила. Почему? Ну, идет праздник божественный. Я, конечно, верующая. Вот я хотела вам показать, что вот ваши подарочки-то у меня еще до сих пор стоят. Проходите, девочки. Ну, неудобно. Конечно, никакого такого нет этого шика, но... Вот. И видите, особенно вот дорогое было, мне еще и пасочки были две. Одна маленькая, одна большая. И мне просто даже было, ну, как-то радостно, во-первых. И хоть что-то кто-то меня вспомнил. А раньше я была большой звездой. Во-первых, я всегда, ну, была членом горкома партии. Это раз. У меня 2 высших учебных работала директором школы, работала, да, 21-й на Украине, 21-й я была заучем, а 24-й, которая на Украине, я была директором. Потом я пришла работать сюда, была очень уважаемой человеком, сидела всегда где-то на трибунах там, не на трибунах, но в общем... на видных местах, в президиумах. А тут приехала мне, ваш пенсионный фонд запретил фонду гуманитарному давать мне помощь. И не дали ничего, даже ни горошинки, как говорится. Это было, конечно, очень удивительно. Мне все же 90 лет. 89. Mm-hmm. Ну вот в феврале мне будет 90 лет. Я, естественно, уже не могу так и бороться, и все. И постоянно болею, у меня тромбофлебит, нога отказывает. Я на 6-й этаж еле-еле сбираюсь, как говорится, с палочкой. Вот. Но и меня вот это вот просто поразило отношение. Ну как так? Человек старый. Даже заслуженный тоже имел награду, 2 даже награды. Ну, и друг такое вот отношение. И так ничего, никто мне ничего никакого этого не дал. И вот вы мне, пожалуйста, да, я уже приходила. И хотела, чтобы парашу свою вот эту, мне прикрепили человека. Но у ней 13 таких, как я, поэтому она появляется очень редко. И я думаю, умру, и все. А родных моих здесь никаких нет. Сын есть, сын. Но он инвалид 2-й группы и не может ко мне подняться на 6-й этаж. Он приезжал, они сейчас где-то, по-моему, они сейчас в Краснодаре все. Вот, приезжал, я кое-как спустилась, ну, так, а так к никакой не помощи, ну, помощь не важна. А вот просто даже сегодня сижу и думаю,
Ну, День Победы. Звонят кто-то. Я еще не все слышу, хотя пока там не одену. Ну, вот такой. Светлана Петровна, фонд Андрея Лысенко. Очень вам благодарна. Фонд Андрея Лысенко. Да, про вас не забыл. Много. Это вам маленький подарок. Ну, спасибо, ребята. Фонд называется «Быть добром», мы про вас не забываем. Да, да. Я приду, мне, я просила эту девочку, которая ко мне прикреплена, чтобы она узнала там фамилии, ну, и поэтому я ничего не сдала в эту редакцию. Ну, теперь я уже обязательно напишу. Мы оставим вам номер телефона, по которому вы можете звонить и просить все, что вам нужно. Мы вам поможем. Понятно. Обещаю.